Это можно в пакете. Мягкие игрушки, детские книги, цветные карандаши и настольные игры. В Одинцове провели благотворительную акцию «Коробка храбрости». Ее содержимое для юных пациентов медучреждений помогли собрать активисты «Единой России» вместе с общественниками, окружными депутатами и другими неравнодушными жителями. Мы везем подарки для того, чтобы врачам было легче общаться с детьми. Вот. Дети у нас, конечно, смелые, но все-таки не очень закаленные в плане при виде врача инструментов каким-то им страшно. Вот. И поэтому здесь врачи, родители имеют возможность сделать им подарок за смелость. Все собранные наборы передали в детскую поликлинику, детское отделение 3-й поликлиники в 8-м микрорайоне и в женскую консультацию в Одинцове. Именно здесь ребята больше всего нуждаются в призах за свою смелость при походе к врачам или во время ожидания своей мамы. Мамочки же не всегда есть возможность где-то оставить ребеночка. Они приходят к нам. Здесь у нас достаточно большие пространства, где мы можем им создать такую вот какую-то структуру, чтобы они там провели это время. Порисовали, полепили, посмотрели телевизор. Добрая акция проходит в рамках партийных проектов «Крепкая семья» и «Здоровое будущее». Такая полезная инициатива приурочена ко Всемирному дню ребенка и призвана дарить счастье и любовь. Екатерина Крамер, Юлия Михайлова, телекомпания «Одинцова».